Я думаю, вы согласитесь со мной, братья и сестры, что время летит очень быстро. И вы знаете, вот, смотря на время, вроде бы совсем недавно, вот год назад мы также собирались, готовились к Рождеству, готовились к постановке. Кстати, уже совсем немного осталось времени, когда мы соберемся, меньше недели, и опять постановка будет. И знаете, сегодня вспомнил было время, когда на прошлогодней постановке одна из молодых пар нашей семьи, они играли Марию и Иосифа. Церковь, вы помните, кто это были? Это были Вася и Оля. Они играли тогда Марию и Иосифа, и, вы знаете, смотрели на них, и в сценке вот эта ситуация, когда они сидели около костра, и Мария в положении была. И вы знаете, вот прошел год, и сегодня я хочу их пригласить. Вы знаете, у них сын родился. И они сегодня принесли его в церковь. Вы знаете, год. Вот прошел год совсем немного, и сегодня Бог благословил их уже наследие. Василий, Ольга, пройдите, пожалуйста, сюда. Они сегодня имеют большое желание, чтобы мы вместе помолились за них и попросили, чтобы Господь благословил ихнего сына. Вы знаете, это очень прекрасно, когда родители имеют такое желание. Приходя в Дом Божий, мы все хотим получить какое-то благословение, но особенно, когда Бог дает наследие, это прекрасно, когда мы идем и просим благословения у Господа. Место я прочитаю, я не буду занимать долгое время, но это очень важно. Приносили к нему детей. Евангелист Марк пишет, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносить их. Увидев это, Иисус говорит, сказал им: «Пустите детей, не препятствуйте их приносить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Вот посмотрите. Вроде бы ребеночек, который ничего еще не понимает, полностью зависит от родителей, от их заботы, ласки. Христос, обращая внимание, говорит взрослых, вот сегодня для церкви, посмотрите, Бог подарил им сына. Он говорит: таковых есть Царствие Божие, к нам говорит. Он тогда не к ним сказал, он к тем, кто его слышал, сказал: посмотрите на детей, вот их есть Царствие Божие. Сегодня прекрасный день, когда мы можем совершить эту молитву. Мы приготовили детскую Библию, открытку, подарочек от церкви, цветы, но не это самое главное. Самое главное действительно это благословение Божие, которое Он дает. Василий, тебе хочу сказать, как священнику в семье. Очень важно не то, что родители говорят детям, да, это важно, но очень важно то, что дети видят в жизни от родителей. Они будут учиться. Ваш сын, он будет учиться от вас. Оля, ты как мама, которая заботиться будет всегда рядышком, он тоже будет смотреть внимательно. И вот этот страх Божий и любовь к Господу, которая есть у вас, мы хотим, чтобы вы передали детям. Ведь в этом великое благословение от Господа. Я хочу перед тем, как мы помолимся, вот этот стих, который дает благословение, обетование Божие, которое однажды Господь сказал: если захочешь благословить кого-то из народа моего, Моисею, сказал, говори эти слова. Эти слова сегодня вашей семье, для вашего сына. Да благословит тебя Господь и что сделает? Сохранит. Братья и сестры, вот как прекрасно, когда Господь хранит во всех путях жизни. Сколько б лет не было, Он ведет и хранит тебя, и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Вы знаете, как велика милость Господа к нам. Как ценно это, когда Он милует нас. Это не то, что мы заслуживаем. Это то, что Он дает
по великой любви своей к нам и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вот этим миром и благословением пусть сына вашего Сиона он благословит. Я приглашаю, чтобы мы все вместе сейчас встали и объединились в одной молитве. Олечка, помолишься ты, помолится Василий, и потом я совершу уже молитву над вашим сыном. Дорогой Господь, я тебя благодарю, что ты нам подарил этот подарок, Господь, что ты сделал нас родителями, ты подарил нам здоровенького мальчика Сиона, Господь. Я прошу, чтобы ты хранил нас своей рукой, Господь, чтобы ты благословлял нас и помогал нам, когда будем воспитывать его, Господь, чтобы ты наполнил нас мудрости, Господь, и терпения, чтобы он видел, как мы тебя любим, чтобы он, когда будет в возрасте, чтобы он тебя полюбил, Господь, и познал тебя как лучшим спасителем, Господь. Спасибо, что ты умер за нас, за всех нас, что мы можем тебя познать, Господь. Я прошу, чтобы ты помогал нам и давал нам силы его растить, как твоего сына, Господь. Спасибо за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, я очень благодарен Тебе за то, что Ты нам дал этот подарок, Господь. Я очень благодарю за то, что я нашел Тебя, Господь, что я принял Тебя в мое сердце, Господь. Я также благодарен за Олю, которую я нашел, и сейчас у нас уже сын, Господь. Я так благодарен Тебе. Помоги нам правильно воспитать его, Боже. Помоги нам, чтобы мы надеялись на Тебя всегда и из Библии, Господь, искали Твое Слово, Господь, как правильно воспитать его, как нам жить. Помоги нам до конца нашей жизни быть примером для него, для всех. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы к Тебе приходим. Господи, я благодарю Тебя, что Оле и Василию Ты подарил сына, наследие. Господи, и сегодня они принесли его в дом Твой. Ихняя молитва и молитва церкви, Господь, чтобы Ты благословил его. Господи, Ты подарил им этот бесценный подарок и вручил живую душу, Господь. И мы просим, чтобы Ты благословил Василия как священника в доме, быть добрым примером. Олю благословил как мудрую мать, устрояющую дом. Господи, я прошу, чтобы Ты благословил Сиона, Господь, благословил его и подарил ему, Господь, благословение в жизни. Чтобы, Господь, все его годы жизни, которые Ты пошлешь ему на этой земле, Ты был всегда рядом. Чтобы Твоя милующая и благословляющая рука была над ним. Когда он придет в возраст, Господь, чтобы он познал Тебя и служил Тебе, Господь, благослови ему всеми Твоими благословениями, которые обогащают и не приносят с собой печали в здоровье, в развитии, Господь, в его жизни, чтобы Твоя рука всегда была. Мы отдаем его в Твои руки. Благослови, Господь, ихнюю семью, ихний дом, поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты нас слышишь, за то, что Ты нас любишь и благословляешь. Славу прими, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте один куплет. «Мой дом и я служить хотим». Мой дом и я служить хотим, Тебе, Христос, и шарному. Но дай мне силы самому, послушен быть рабом Твоим. Присаживайтесь, братья и сестры, пусть Господь вас благословит, детскую Библию, подарок от церкви, пусть Божье благословение. Спасибо, будет в вашем доме. Пожалуйста, проходите.